В Японии за неделю с тепловым ударом госпитализированы более 1000 человек. Это в 1,5 раза больше, чем за предыдущие 7 дней. 17 пострадавшим требуется продолжительное лечение в течение минимум 3 недель. Почти половина госпитализированных – пожилые люди старше 65 лет. Жара, превысившая 30 градусов, установилась почти во всех регионах Японии.